Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал Алекс Бендесидо. С вами, собственно говоря, голова Алекса Бендесидо и компания Yes My Bitcoin, куда я инвестирую денежки. Так, смотрим, у меня инвестировано здесь $30 на сегодняшний день, и в аккаунте моей супруги, чтобы вы видели, я вам сейчас покажу. Это тоже аккаунт моей супруги. Вот. Здесь у меня инвестировано $110. Я надеюсь, это видно, да? Ну и сейчас пока что... то есть 100 инвестировано и 10 сделано реинвестом. Естественно, для чего я это делаю? Ребята, чтобы денежки все, которые снизу под этим аккаунтом, да, моим первым, моим этим основным, компания использует бинарный маркетинг. Вот, да, то есть мой один аккаунт где-то сюда 27 или 28 человек, то есть вниз, да, стоит он под этими всеми 27 партнерами. Что я достигаю этим? Я реинвестирую, тем самым я делаю товарооборот, помогаю всем вот этим партнерам. Ну, естественно, 10% мне как за личное приглашение моей супруги приходит на верхний мой аккаунт. И, естественно, 10% по бинару со слабой команды я, естественно, получаю. Так, сегодня вот товарооборот в левый пока что на данный момент утро составляет $20 и $160 с правой стороны. Ну и по бинару, если... Я надеюсь, сегодня после этого видео придут люди, обязательно будут инвестировать. Вот, потому как уже третий месяц компания показывает стабильность в выплатах. Выплаты идут на биткоин кошелек и на Payeer. И, собственно, сейчас я перейду к выплате. Буду еще выводить $59. Не буду дожидаться ночи, пока мне заплатят по бинару. Вот, $217 заработано за партнеров, да, которых я пригласил в бизнес, и $10, в принципе, в этот аккаунт я инвестировал $10, $20 это реинвест, то есть как бы мои денежки уже вернулись на пакете, да. Вот сейчас идет профит, и $59 буду ставить на вывод. Нажимаю вот эту стрелочку, здесь я устанавливаю 59. Буду выводить на Payeer кошелек, он уже, в принципе, у меня здесь уже прописан, вот он. Единственное, что остается, зайти вот на мой Payeer, посмотреть, сейчас у меня 58 центов. Все денежки у меня вложены в другие инвестиционные проекты. Вот, поэтому, ну, есть опция на биткоин выводить, но я вывожу на Payeer. То есть, что нужно сделать? Нажать вот здесь биткоин и сюда вставить ваш кошелек. Я вывожу на Payeer. Вот, все, что нужно сделать, нажать кнопочку Submit. Возьмется комиссия 2% от компании. Ну и вывод, чтобы вы знали, для тех, кто не знает, для новичков, здесь от $10. Нажимаю Submit. Все, видно, денежки ушли. Написано, что в течение 48 часов они придут на кошелек. Но на самом деле, ребята, они приходят в течение 3-5 часов. То есть нормально. И на Payeer буду ждать. Здесь вот в Summary зайдем. Можно посмотреть. Сделано у меня 7 выплат. Вот. И сейчас уже вот еще сюда зайду. Вот. И сейчас $59, вы видите, стоит на вывод пендинг. Да? То есть можно вот сделать вот так. И здесь все это сразу видно. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть это будет 8 выплата. Вот она последняя, написано пендинг. В принципе, и все. Что здесь нужно делать? Компания нам торгует за... Мы как инвесторы в компании. Компания нам торгует за наши денежки, продает, покупает криптовалюту. Вот. И, естественно, выплачивает от 0,25 до 2% 5 раз в неделю. Суббота, воскресенье компания нам не платит. Что ж, для чего она нам не платит? Чтобы... Если вдруг какие-то финансовые дыры будут у компании, это как стабилизационный фонд, чтобы вы понимали. Ну, естественно, какую-то часть компания берет, естественно, себе. Вот. И за эту неделю, вот вы видите, было 1,7%. Ну, тут в связи с пляской курса биткоина на этой неделе, это было что-то с чем-то.
биткоин за 5 дней вырос больше, чем на $700. То есть он был около 2000, перевалил 21 мая он за 2000, и уже за 25 числа он был уже 2700 с лишним, ребят. То есть это для памяти я говорю, чтобы помнить, когда биткоин так плясал. Сейчас немножко подупал, 2200. Вот, и за этот, за эту неделю торговую компанию нам выплатила 6,2%. Вот за пятницу было 0,8% по нашим всем инвестиционным пакетам. В принципе, все, буду ждать денежки. Есть разные инвестиционные пакеты, говорю для инвесторов сейчас, потому как компания показывает стабильность. Вот, можно инвестировать. Опять же говорю, что инвестиции всегда носят риск. Ребята, вы как хотите, я инвестировал сюда $110, из них уже 30 сделал реинвеста. Вот, ну и выводы вы уже видели, да? То есть, как нужно иметь обязательно payer, вот, и оплачивать можно биткоином, естественно, вывод делать на payer и на биткоин. Также все вот эти системы используются. И с визы можно оплачивать. То есть понимаете, да, что это значит? Solid Trust Pay, это почти как PayPal, с лохотронами не работает. Для инвесторов говорю, например, нажимаете вот Buy, все, что нужно сделать, вы попадаете на Payer, естественно, здесь выбираете систему оплаты, всегда вы выбираете USD, USD, вот видите, и с визы здесь со всего хотите, да. Solid Trust Pay, Perfect Money, то есть здесь уже вы разберетесь, чего вы хотите платить. Покажу опять же для любителей, кто платит с биткоина. Нажимаем USD на биткоин. Если у вас в России, например, или где-то нету вкладочки биткоина, да, то есть установите BrowSec приложение, и у вас оно появится. Нажимаем подтвердить. Сейчас для нас Payer создаст шлюз. Если вы сейчас в Payer еще не находитесь, у вас выбросится такое поле, где вы должны будете ввести электронный ящик от YesMyBitcoin, с которым вы зарегистрированы в YesMyBitcoin. Что нужно сделать? Вы копируете, естественно, вот этот адрес кошелька, устанавливаете себе в вашу, что вы там используете, блокчейн, Coinbase, ваш биткоин кошелек. И потом копируете вот эту сумму и тоже ее устанавливаете. Все, отправляете, ребят. Больше тут ничего нету. Скоро денежки придут. Нужно подтверждение транзакции, три транзакции. Ну, это как обычно, то есть, чтобы вы знали, немножечко денежки повисят. Если вы оплачиваете с других платежных систем, деньги приходят за одну секунду. И уже по торговым дням, да, начиная с понедельника по пятницу, компания выплачивает нам определенные проценты. Пакеты растут, вот, например, 10-долларовый до 120%, то есть, ну, это $2 профита нам принесет, и 10-тысячный-долларовый 100% профита принесет, то есть, это плюс $10,000. Смотрите разное. По дороге можно реинвестировать. Чтобы реинвестировать, нужно вот просто на вот эту кнопочку нажать. Я ее могу сейчас нажать, но так как у меня там денег сейчас нет, видите, у меня покажет ошибка. Вот, то есть, сейчас... не буду я реинвестирую, потому что я реинвестирую с аккаунта супруги. И поэтому получается так больше денежек. Например, если $10 я реинвестирую, то есть получается мне $1 приходит сразу, потому как я ее пригласил, да? То есть 10% за личное приглашение. И 10% потом приходит ночью по бинару. То есть получается, я с $10 не 12, 10 инвестировал, не 12 я забираю, а забираю 14, понимаете? То есть не, уже не 20%, а 40%. И с другими этими пакетами это уже тоже больше получается, поэтому вы подумайте над этим. Обязательно нужно иметь, лучше работать с семьей, понимаете? Почему говорю это? Потому как еще одно в разделе FAQ, здесь вот можете почитать, что максимум по бинару, если вы серьезный лидер и будете раскручивать эту компанию, максимум по бинару с одного аккаунта в день вы можете снимать только $1000. Поэтому лучше на всякий случай иметь два аккаунта. Но с разными пейерами, с разными электронными ящиками, естественно, с вашим там сыном, с разными фамилиями, именами, то есть аккуратненько, да, то есть можно это делать.
Ну, в принципе, все, ребят. Здесь все просто. Можно приглашать людей в компанию. Она бинарная. Это классно. Бинарные компании работают долго. Вот. То есть приглашать людей. Как приглашать? В зависимости, в какой команде вы находитесь, видите, по какой стороне у вас идет перелив от спонсора, да? Какая у вас ножка строится. Вам нужно приглашать только вашу внутреннюю ногу. И все. И денежки приходят, ребят. То есть вы уже начинаете, у вас автоматически бинар откроется. Здесь даже не обязательно устанавливать человека слева, человека справа. Бинар автоматически открывается. Здесь вы можете поменять ногу, нажать вот здесь Change и все. В принципе, все, что я вам хотел сказать. Смотрите также другие виды заработка. Рекомендую вам компанию, ну просто наистабильнейшую, которая называется... Это я на испанском видео делаю. Вот, компания, которая называется, сейчас я вам ее покажу, это просто супер бомба, там PayPal подключен, вы просто много можете зарабатывать. Вот здесь вы почитаете в описаниях, вот она, просто круто, сейчас я буду по ней делать видео. В принципе, туда денежки, которые я зарабатываю здесь, часть я реинвестирую в ESMY Bitcoin, ну а большую часть я вкладываю туда, чтобы еще больше зарабатывать. Там тоже 5 раз в неделю выплачивает компания. Вот, больше года она уже работает. Поэтому добро пожаловать в команду, ребята. С вами был Алекс Бендесидо. До новых встреч, до новых видео. Зарабатывайте много. Говорите спасибо. Всем пока. ESMY Bitcoin.